за уточку. Давай, пробуй за уточку. Ну, что так? Все, давай. Чуть-чуть на меня, дочь. Давай. Ой, какая уточка. Пробуй еще, дочь. Давай. Я снимаю, играй. Нет, чуть-чуть туда, дочь. Давай. Давай, дочь. Давай, на меня. Ну, пробуй. Играй. На, ну я... Да. Кажется, если бы он так не любил, можно было. Вот, есть. Есть. Первый раз видел, кто-то выиграл. Пробуем выиграть банан. Ой-ой-ой-ой. Неудачная попытка. А? Чё ты? Ты иди с той стороны, тут тебя не видно. Ой, какой прикольный банан, да, Донь? Друзья, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Мы же стараемся для вас, ставьте лайки. Для вас эта секунда, для нас очень приятно. Поддержите наш канал. Пожалуйста, мы для вас будем снимать. Сейчас. Нажимай, дочь. Нажимай, отпускай, все. Ну, это у нас и далеко усол. Давайте, друзья, пишите, выиграем или нет мы этот банан. Мы его долго выколупывали, это не снимали. Дочь, нажимай. Да, он такой формы, что у нас такого еще нету, да, дочь? Да. Ой, что-то ты вообще его загнала. Подожди, дай я его оттуда вытащу. Берет и бросает, зараза. О, вообще. Вот это вообще, я его выколупывала, а он просто тут все. Игра закончена, называется. Миллион раз пробовали, он не выиграет, он не держит пока, специально не держит. Да мы выиграли. А выиграли? Да. Это хороший автомат. Просто с 10 рублей здесь навряд ли выиграешь. Сейчас вот просто закинули туда его. Вот видите, он не держит так просто. Как он? Ну, мы еще не выиграли. Посмотрим. Банан заберем и пойдем, дочь. О, я не туда, дочь. Не люблю таких комментаторов, которые говорят, здесь не выиграть, хотят 10 рублей. Все хотят с 10 рублей все выиграть. Ну, такого, мне кажется, бывает, но крайне редко. Поэтому иногда нужно
тратится. Вот они стоят, смотрят так. Ну, я верю, что мы заберем этот банан. Обязательно выиграем. И главное верить в свою удачу. Ну, все обязательно будет. Вот он уже. Почти, да. Он крутится, вертится. Много болельщиков. Блин. Да что ж такое? Когда комментируют, я верю, что мы его заберем и, наверное, на этом закончим. Вчера поиграли, сегодня привыкли бороться до конца за игрушку. Иногда тратим очень много денег на это. А где твоя утка? Да, ладно, бабушка, пошёл. Так, все. Загрузки в автомате каждый день здесь. Но надо приезжать утром, когда автомат полный. Сегодня мы не успели утром приехать. Банан, судя по всему, к нам не хочет. Туда-сюда, туда-сюда. Ребята, это что такое? Не так он просто нравится. Бананчик нам. Вот что такое? Что-то он вообще свалился не туда, куда надо. Ни в какую не хочет к нам банан. Вот. Это вообще как сейчас? Это вы видели, друзья? Мы потратили на эту коробку рублей 600. Мы не могли ее выиграть. Я потом скину это видео. И просто он сейчас зацепил ее чисто случайно и вытащил. Это просто... За это точно лайк, друзья. Ой, я его загнала, банан туда же. Вообще не туда, куда надо. Сейчас его как-то выколупывать. А как? Друзья, ну это вообще... Ребенок так хотел эту коробочку. Ой! Я хочу перевернуть банан этот, а он не переворачивается. Все, мы его загнали в тупик. А вот. А, давай! Друзья, вы видели? Засунь. Давайте, друзья, полейте за нас. Yes!
Друзья, ну это ролик просто заслуживает вашего лайка. Пожалуйста. Все, друзья, всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Всем пока-пока. Вот такие мы игрушки сегодня вытащили. Вот это вообще вытащили просто чудом каким-то. Вот такой вот у нас бананчик. Вот смотрите, что там внутри. Да, что там внутри, покажи. Вот. Вот такой конструктор. Hello Kitty. Потом соберем, покажем это вам. Это не Hello Kitty. Говори пока-пока. Всем пока, я вас очень люблю. Нажимайте на колокольчик, подписывайтесь. Ставьте лайки. Друзья, продолжаем видео с коробочкой. Лада, подари какую-то, посмотри, покажи, какой тебе мячик дяденька сейчас подарил. Попали на загрузку маленького аппарата. Давай. Такой ежик у нас уже есть. Ну, Лада решила еще. У него. А, он вообще. А попробуй вот такого коричневенького. Как-нибудь зацепить, да. Ну такой мех, мех там такой приятный. Еще раз зажимай. Давай, Даня, давай. О, сердечко какое. Прям. Подожди, зайка моя. Подожди. Ой, ну ладно, пробуй, дочь. Давай, второй раз нажимай, нажимай, нажимай. Можно я попробую зайка один раз? А, все, его загнала туда. Попробуем этого ежа. Нет, он его облизывает. Давайте вот этого маленького Гарфилда. Потом Влада кому-нибудь подарит его. Кстати, Влада очень любит дарить всем игрушки. Ой, какой Гарфилд маленький. Смотрите, ребята, Попробуем ежика. Ой, мама косая, да, дочь? Папа просто у нас косая. Так, ну что, друзья, у нас 4 попыточки осталось. Попробуем еще раз Гарфилда. И на этом, наверное, все сегодня. Мы сейчас поедем еще в другой маленький аппарат. Мы там были, но не было загрузки. Ждем загрузку. Вот, друзья, вы видели? Друзья, давайте забираем, забираем, Есть! Еще одна попыточка, оказывается. Я белого хочу. Белого. Ну, сейчас мы попробуем вот это сердечко. Если нет, то все, мы пойдем. Да. Хватит сегодня. Все равно и так хорошо. И сердечко. Нет. Давай, Влада, показывай. Так, сейчас, мамочка, подержи. Давай. Сейчас это... Игрушек у нас. Показывай. Вот такой вот Гарфилд. Вот такой вот. Подпишитесь на нас, пожалуйста. Еще один. Подпишитесь на нас, пожалуйста. Вот такое вот сердечко. Друзья, вот такое вот сердечко. Ну и все. Мы с вами не прощаемся. Увидимся у следующего автомата. Ой, пошла дарить Гарфилда. Молодец. Всем привет. Вы обожаете хватайка. Так вот, вы опять дубы. Смотри, чтобы в лузу не залезла. Ой, он так хорошо падает. Еще чуть-чуть на меня, наверное. Давай, Дань. Удачи тебе. Давай. Ты настраивай хорошо и не балуйся. Давай, еще чуть-чуть. Вот. Молодец! Посмотрите, какой хомячок красивенький лежит. Смотрите, какой. Попробуй вот еще слона, дочь. Нет, нет, на себя. На себя. Еще на себя. Нет. И чуть-чуть. Давай я настрою. Ну да. У нас, кстати, мы тут раз потратили очень много денег, еще не снимали. И у нас, вы посмотрите, а что это творится такое. Ну давай, Владюша, давай. О, чуть не закинул. Ну сейчас уже сильная попытка была. Но, кстати, здесь такой аппарат, что. А вон мой любимый Пика. Я так его хочу. Сейчас попробую, кстати, Пику. Потратимся с еще.
Что, у тебя попыточки закончились? Еще одна дочь. Ну ты пингвина, смотри, какого большого достала. Ну давайте, сейчас еще поиграем. Еще одна попытка. Опа, упал. Так, сейчас пока Лада вставляет, продолжаем играть. Лада, покажи пингвина своего. Вот такой большущий пингвинчик у нас. Да, давай, буду настраивать. Быть? Давай, нажимай. Ой, падает. У нас такой слон есть? Мы хотим все для вас, друзья. Обязательно его угадаем. Ну, сейчас попробуем вот этого зацепить. Как он мне нравится. Нет, вот этого хочу. Да, но он маленький. Нет, его не вариант. Давай, я хочу сейчас попробовать все-таки своего Пикачу. Но он вообще, друзья, никак. Ну почему вот Пикачу вообще никак? Я даже не знаю, как о, его. Тут еще один такой же ходячок. Этого Пикачу? Я вообще не могу никак зацепить. Очень, конечно, хотелось бы. Ну никак, попробуем вот этого хомяка. Но он маленький, мне кажется, это вообще... Ой, поскочила. Нет, Влад. Ну все тогда, друзья. Надо заканчивать. Никак мне не удается этого Пикачу. Ну как вот его? Главное, еще 100 рублей. Его бы подвытащить хотя бы немножечко. Влада, засунь денежку, пожалуйста. Где она? Вон, сзади тебя. Влада, не облокачивайся. Как его подвытащить, я вообще не понимаю. До суда. Угу. Спасибо. Вот как, друзья, ну как? Не залез в лузу, Влад? Нет. Ну вообще никак. Бля, расскажите, нравятся вам вообще такие Пикачу или только мне они нравятся? Нравится, нравится. Выигрывали мы сегодня очень много игрушек. Не, никак. Пикачу, к сожалению, никак. Попробуем, может быть, вчера вот этот поросюшка лежал. Поросенок, который уже никак. Ну все, 4 попытки. Я понимаю, что мы не выиграем уже. Мы уже не выиграем этого Пикачу. Если бы я его вытащила, я бы за него поборолась. А так. Мам, кого? Да вот этого хочу подцепить, а его никак, наверное, да? Кого, водичка, что ли? Да, он никак его не подцепить. Ну он нет, доченька, он скользкий, его никак. Никак его. Сейчас подождите. Мы сегодня выходим вот такого пингвина. Ну такого слона. Мы кому-то подарим. Подписывайтесь на канал, пожалуйста. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Мы вас сильно любим. Все, говори пока. Зуба. Да, пока. Пока-пока. Загрузка. Да, только сейчас была загрузка в маленьком аппарате. Пришли поиграть в маленьком аппарате. Посмотрим, что здесь. Влада хочет Барби достать. Друзья. Ой. Где друзья? Блин, а как? Все, одна есть. Бери вторую Барби. Не, зачем ты там?
Давай, за голову ее, чтобы она перевалила. Давай, пробуй так. Давай, давай, Ченька, я за тебя переживаю. Давай. Есть! Две Барби, друзья. Это просто шикардосно. Еще, Влада. Давайте вот это. Это совушка, она такая тяжеловатая. Давайте попробуем, пожалуйста, ребята. Нет, у нас она есть. Давай вот здесь вот, смотри, вот Angry Birds. Зайчик, ты зачем этот нужен? А давай, давай вот эту скидкой, давай попробуем. Ну давай. Знаю, что это. Ой, друзья, это что-то такое. Давайте Angry Birds. Пробуй крас, вот эту беленькую, боже, коровку пробуй вытаскивать. Потом Angry Birds. А, она тяжелая, да? Ага. Угу, все, давайте, давайте. Давай, Angry Birds. А, все, попыточки закончились. Давай так, сейчас еще. Я денежку достану. Пачка, что-то будет зажевывать, да? Не надо точно рисковать. Здесь у нас аппарат иногда зажевывает 10-рублевые монеты. Ты достала, смотри, две куклы. Пробуй Angry Birds. Давай, ты хотела Angry Birds? Пробуй. Нет, на себя чуть-чуть. Еще чуть-чуть на себя, Доня. Нет, подожди, казачек. Он, видишь, там может... Ну, давай, пробуй, ладно. Вот, видишь? Давай еще раз, на денежку, дочь. Я из-за беленький, да. Я только один. А, давай я здесь вот снимать. Давай. Никак, да, я попробую. С мамой попробует. Две Барби достали, да, Владюша? Здесь в маленьких аппаратах интересно деткам. Вот, смотрите, какой-то Angry Birds. Ладно, доставай свои призы, сейчас уже пойдем. Этот аппарат недалеко от дома. Мы сегодня очень хорошо вообще поиграли. Я в шиках. О, вы видели, друзья, то что такое было. Просто нам интересно, что в этом пакетике. Мы сейчас с вами откроем этот пакет. Только все. Же... Так, смотрите. Давай, показывай. Смотрите, какой пакетик. Вот, вот такая вот тут коллекция. А, там такой, как лизун. Видишь, дай, да, дай, ну, я просто покажу, дочь. Вот. Знаете, что там? Смотрите, у меня есть белый. Ну, сейчас мы с вами посмотрим. Дальше. Вот такая куколка. Вот, смотрите, какая. Еще одна куколка. Я считаю, на 150 рублей. В принципе, поиграли мы хорошо. Ой, давай сейчас попробуем, что там еще за игрушка. И вот. Вот это, наверное, мячик. Так, сейчас попробуем еще вот этого. В принципе, здесь автомат, когда его только загружают, очень хорошо выдает игрушки. Вот видите, за 10 рублей. Попробуем еще вот ту удочку. Все для вас, друзья. Все наши старания. Ой. А, ну здесь она не достает. Этого зайчика. Ну, что-то попробовать надо. Ну да. Ну нет, уже все. Ребята, вот я достала пакетик, я здесь не буду обманывать. С вами огромным я вам прямо обещаю, я не буду обманывать. Так, сейчас доиграю пока. Обаток вот ваш. Сейчас поиграю, потом буду выходить, я вам покажу, что там. Хотела вот этого, если честно, достать. Желтенького, но никак. Ну, чуть-чуть сдвинули. Сейчас у нас мелочь закончится. И все, все, мы пойдем. А? Да, наверное. Садитесь. Садитесь. Бабушка, садитесь.
Влада, Влада. А? Не лезь. Ну все. Не могу, я хотела эту уточку. В принципе, здесь одни кошельки, мы с вами уже их вытаскивали. Все, хорошо поиграли. Можно спокойно уходить. Все. Это еще одна и все. Ну все. Так, давайте смотреть. Давай быстрее. Открывай. Ух. Покажи. Давай посмотрим, что там. Давай я покажу. Вот в пакетике был Angry. Давайте посмотрим, что там. Ну нам ничего не говори, Влада, пока. А это вот водичка. Говори пока. Всем пока.